Всем привет! Сегодня у нас 21 июля, 12:50, почти час дня. Так, нормально показывает, снимает или мутно? Как вот проверить? Вроде четко. На магнитиках проверяю. А то мне иногда кажется, что снимает мутно как-то. Так, вот они мои розочки. Какой день уже стоят? Сегодня какое? 21-е? Купили 18-го, да? 18-е, 19-е, 20-е, 21-е. Четвертый день стоят. Такие мокрые, в росе, как я люблю. Только что побрызгала водичкой в ванной. Душ принимают у меня розы. С утра душ. Я, правда, сама еще не ходила. Вообще-то ходила, забыла уже. Красивые цветочки. Интересно, видно, что они в России? Я думаю, что видно. Так, ладно. На улице 21 градус. 21 июля. Ходят тучки. Вот тут вот вообще страшная туча нависла над домом опять. Наверное, может быть, дождь будет. Вот. Тут я кофеёк налила себе. Кофейку хочу попить. Так, пока закрою. Пусть пока встает. Тут две чашки. Муж поехал в Ашан за продуктами. Так, а я тут варю супчик. Вот капуста цветная, там курочка. Тут вот у меня морковка, лук, перец, перчик. Вот такой будет супчик. Так, единственное, что мне надо вот эту пену снять. Убирать оттуда из супа. Вообще я эту воду все равно буду сливать. Так, эту водичку я буду сливать первую. Я налью другую. Так что можно пену и не убирать. Все равно буду сливать. Так, ладно, пусть пока еще немножко поварится. А потом я минут через 10 водичку поменяю. Так. Ой, вот такая вот погодка у нас. В принципе, не холодно. Такая она и есть. Она, наверное, весь месяц такая будет. Мы вчера, короче, проснулись утром. Думали, ехать, не ехать в Коломну. В результате не поехали. Ну, потому что погоду... Ой, я всю розу нюхаю. Так вкусно пахнет. Свеженькие, еще не вянут, ничего. Еще, наверное, дня 2-3 простоят. Вот. Короче, мы вчера в Коломну не поехали. Посмотрела я погоду в интернете. Пообещали, что-то обещали дожди. Там весь день дождь, гроза, что-то нарисовано по всей Московской области. Вот. Ну, поэтому... А потом что-то смотрим, дождя нет. И мы поехали, ну, попили там дома кофейку пару раз с утреца. Потом поехали на ВДНХ гулять. Вот. А так как я, ну, как бы это, не одна. То есть, когда я не одна, я снимать не могу практически. Получается, если бы я была одна, я бы у каждого стояла. У каждого фонтана минут по 10 и так неотрывно бы снимала, что-нибудь рассказывала. Если я с кем-то, то я снимать не могу. Я начинаю дергаться, озираться, кто где. И максимум, что могу снять, это вот минуту постоять, минуту, две там. И, короче, получились одни куски, а видео монтировать я не умею. Я не умею. Все эти 8 кусков надо было сложить в одно видео. И все на этом. Минут на 8 там что-нибудь получилось бы. А может быть и на 10, если очень повезет.
Вот. В результате ни видео, ничего. Пробежали галопом по этому ВДНХ, посмотрели там кое-что, погуляли, сходили в кафе, покушали и пошли пешком к метро. Но уже не к ВДНХ, а метро Ботанический сад там. Ну, как-то так прошли через все ВДНХ и пошли в сторону Ботанического сада. Нам туда ближе показалось. Ну, так ничего, прогулялись хорошо. Там еще возле метро какой-то парк, новый скверик такой. Там погуляли, там так здорово. Ну, там какие-то дома новые строят, красивые рядом. Метро новое, дорожки новые, парк новый. И там так красиво, такие дорожки классные. Какой-то парк рядом с метро, Ботанический сад, скверик какой-то новый. Я даже не запомнила, как он называется. Что-то парк будущего, что ли, написано. Ну, классно. Там такие спортивные площадки, там и прудик. Мы так до конца парка прошли, там еще и храм какой-то, церковь. А еще, наверное, праздник был, или вчера, или сегодня, вот этой Казанской иконы Божьей Матери, какого числа? 20 или 21. То есть мы когда к этому храму подошли, начался колокольный звон. Мне что-то в последнее время везет. Я вот как на работу приезжаю к 9:30 утра, ну, туда на работу, у нас там много рядом храмов. И только я приезжаю, вот как только я работаю в субботу, воскресенье, иду 9:30 на работу, там во все колокола. Когда вот я на работу устроилась на Благовещение, потом еще какие-то там праздники были. На Пасху я работала в субботу, накануне Пасхи. И вот как-то прям вот мне везет, вечно я работаю на праздники, иду мимо церкви, там колокола, и вот вчера то же самое. Что-то вот последние вот 4 месяца вот этот вот колокольный звон прям постоянно мне попадается. Ну, меня как-то вот попадаю я. То ли то утром, то вечером. Почему бы это вообще, не знаю даже. Ну, это хорошо, конечно. Вот даже сейчас видео смотрю, и вот там купола церкви блестят. Вот прямо-прямо по курсу. Даже если я приближу, наверное, не видно будет. Вот там у нас микрорайон Куркино, вот то, что на горизонте, это все Москва. Я, конечно, приблизила, насколько смогла. Но мне кажется, что там ничего не видно. Хотя я отчетливо вижу церковь отсюда. Две макушки, церковь и колокольня. Немножко прикрою окно, потому что шум и ветер дует. Вот эта пленка на окне дергается, и как бы это трещит, трепещет. Вот бесит меня. Она, видимо, отклеилась там наполовину. Окно откроешь, ветер дует, вот этот треск, все тут трещит что-то. Ну ладно, это не важно. Вот такие вот дела. В принципе, я такую погоду люблю. Вот я там сняла несколько видюшек по 1 минуте. Ну, выложила, потому что все равно же красиво. Ну, может, где-то что-то там трясется, я там стою, там озираюсь по сторонам. Но все равно вот эти новые фонтаны такие красивые на ВДНХ. Ну, фонтаны те же, просто их обновили, почистили. Позолотой покрыли эти скульптуры, фонтан Дружба. Так красиво. Струи эти работают. Включили вчера на полную мощность. У нас в Химках никогда так фонтаны не включают на полную мощность. Очень редко. Придешь там на треть, что-то телепается. Вот. Потом, значит, вот этот фонтан Каменный цветок. Мне так нравится, как его сделали. Потому что фонтан Дружба, он, в принципе, вот такой же всегда и был. Вот эти скульптуры позолоченные. А вот Каменный цветок, там вот эти камушки, они раньше какие-то были только сине-зеленые в основном, как будто грязные. Вот. А тут их так обновили, там и желтые камушки, и красные, прям такой разноцветный красивый фонтан. Там можно вот на видео. Я просто решила вам показать, где я была, и была, ну и фонтан показать, и что видела, все. И я никакое там видео, в принципе, мне не получилось снять полноценное. Вот. Я монтировать не умею, я уже объясняла.
эти 8 кусков надо сложить в одно видео. У меня я так не скачала программу и, в общем, не знаю, как это сделать. Надо как-то попробовать. Ну вот надо, но никак пока вот не получается. Если бы мне кто-то скачал эту программу, показал, как это делать, сама вот я никак. И сын что-то никак канал не откроет. Может быть, он бы научился раньше меня, потом мне бы показал. Ну, что-то прям никак. А стоять там на одном месте 10 минут и снимать на одном месте. Ну, если бы я одна была, я, может, там постояла бы. А так вот, как вот, если с кем-то идешь, бежишь, смотришь, озираешься, чтобы не потеряться. Я и так там то отстану, то вперед убегу, потом ищем друг друга. То есть с кем-то идти, это все. Это уже ничего не поснимаешь, то, что хочется. Не поснимаешь, а не сфоткаешь. Ну, все на бегу, на ходу, как-то так, а монтировать я не умею. Ну, хорошо, что посмотрела и вам показала, где была, вот, что видела, фонтаны вот эти красивые. Но в том новом парке, там я уже ничего не стала снимать. Что-то как-то уже настроения не было, как-то уже домой собрались вроде. Вот. В кафе там поели, что-то мы там брали, манты какие-то, салатик, компот. Что-то манты там по 3 штучки принесли. Ну, мы там еще по чебуреку взяли. Ну, так, что-то перекусили, в принципе. Так, недорого. Не в недорогом кафе, так в обычном. Вот. Ну, в общем-то, вот так. Вчера сходили, все нормально, прогулялись. В Коломну, я не знаю. В Коломну, может быть, в следующую субботу поедем. У меня там вроде выходной, а вроде бы даже 2 подряд или 3. Точно не знаю, надо посмотреть. Вот. Завтра я пойду в МФЦ проездной получать. Ну, вот закажу проездной, бесплатный проезд вроде положен с 55 лет. Хотя на пенсию у меня вот через полгода только. Вот, вроде положен проездной, завтра пойду узнавать в МФЦ. Там, говорят, дают сначала временный проездной, недели на две, ну, вот эту социальную карту, а потом через 2 недели получаешь вот эту карточку пластиковую. Ну, в общем, не знаю, схожу. Пока не знаю, действительно ли она в метро. Вчера, пока ездили на ВДНХ, смотрю, на тройке у меня там денег почти не осталось. Короче, там что-то было рублей 120, а потом сейчас, наверное, рублей 100, даже, может быть, чуть меньше. Потому что еще до дома потом доехали на автобусе. То есть на тройке деньги кончились. На подмосковной стрелке еще есть, потому что я ее подключила к карточке банковской. И там автоматически пополняется 300 рублей. Там вот, когда проездной получу, я эту стрелку отключу, схожу. Буду, если бесплатно кататься по Подмосковью. Ну вот, ну, может быть, и оставить. Нет, я отключу, наверное, все-таки стрелку. А может, не отключать? В общем, не знаю. Потому что вот этот бесплатный проезд, он действительно не на всех автобусах. Там, короче, чтобы бесплатно проехать, на автобусе должно быть написано «социальный автобус». Если автобус коммерческий, там вот эти бесплатные социальные карты, они там недействительны, там только за деньги. Поэтому, а я иногда тороплюсь с работы, еду, может быть, мне все-таки оставить тогда, ну, эту стрелку. Буду там иногда платно ездить, если не захочется стоять, ждать другой автобус долго. Ну, все вот так. У нас все так. Вроде бесплатно, а вроде хрен сядешь еще не на всякий автобус. Ну, ладно. В общем, все у меня нормально. Завтра пойду в МФЦ, прогуляюсь по Химкам, запишусь к врачу. Я так не сходила, в день рождения не пошла. Надо записаться. Там запись недели за две. Ну, как раз нормально. Вот. Может быть, постараюсь завтра выйти в эфир, если смогу. Во всяком случае, постараюсь. Всем пока. Там самолетик летит, взлетает над домами. Вам не видно, потому что, наверное, это. Ну, а начинаешь приближать, плохо показывает.
Шереметьево недалеко. Самолеты взлетают, красоте. То на посадку идут, то взлетают, то мимо летают. Красиво. А вот у меня брат двоюродный в Лобне живет. Ну, и сестра там у него жила какое-то время. Вот я ездила, мы ездили к ним в гости. Там у них еще ближе Шереметьево, там еще больше видно. У меня брат Шереметьево работает. Вот. Он, наверное, уже не реагирует на этот самолет никак, а нам интересно посмотреть. Вот там они еще ближе летают у него. В общем, ладно, всем пока. До завтра.